За 3 года эксперты Роскачества исследовали порядка 1500 наименований винной продукции. Сейчас более 80 производителей входят в винный гид России. В этом году для аудита выбрали 7 регионов, в том числе Севастополь. За последнее время специалисты отмечают технические изменения наших виноделин, а также рост уровня продукции. По их мнению, севастопольские представители отрасли – это хорошее соотношение цены и качества. В этом году дегустационная комиссия правильно оценит вина, которые приходят на экспертную оценку, на исследование, и уверен, что будут достаточно хорошие результаты. Исследования продукции эксперты проводят по 12 параметрам. Среди них, например, проверка состояния виноградников, качество ухода за хрупкой ягодой. Специалисты смотрят на санитарное состояние предприятия, готовность к сезону переработки, оценивают туристическую инфраструктуру и, конечно, проводят дегустации. И если вино получает 81 балл и выше, то есть уже по повышенный стандарт качества по требованиям Роскачества, тогда мы оцениваем по профильному методу, который разработан экспертной группой винного гида России, где мы даем производителю максимальную картинку о том, какие вкусовые органолептические свойства у этого вина. В этом году отдельная комиссия Роскачества взяла курс на органическое виноделие. Один из севастопольских производителей имеет все шансы получить подобный сертификат качества. Правительство Севастополя ежегодно выделяет более 300 миллионов рублей для поддержания винодельческих предприятий. В прошлом году из-за засухи было потеряно порядка 30% урожая, однако заводы не лишились федеральных субсидий. Как мы знаем, лучшее вино России – это севастопольское, поэтому очень важно, чтобы об этом знали не только мы, но и вся наша страна и за ее пределами. Вот наше предприятие максимально открыто, они это сегодня и показывают, как раз для того, чтобы максимально давать информацию и дать возможность сделать такие выводы нашим экспертам. Международные эксперты, сомелье и дегустаторы сейчас проводят исследования винодельческой продукции по стране. А уже в ноябре Роскачество обновит национальный каталог «Винный гид России», куда войдут лучшие отечественные производители. Тогда же будет известно, какой рейтинг у севастопольских представителей отрасли. Яна Ятренюк, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.